Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. «Катюша», «День Победы» и многие другие песни, знакомые с детства, звучали сегодня только для одного важного зрителя. На импровизированной сцене во дворе, где живет ветеран Великой Отечественной войны, Пелагея Москвитина, развернулся настоящий концерт. С большим волнением сейчас вас поздравляю. И поздравляю весь дом, который должен гордиться, что у них проживает ветеран Великой Отечественной войны. Дорогая Пелагея Михайловна, хочется пожелать вам здоровья в первую очередь. Живите и радуйте своих близких, всех людей, что вы свидетель нашей великой победы, которую весь наш народ празднует. Татьяна Панфилова вручила ветерану цветы, подарки и памятное письмо. К сожалению, с каждым годом участников и свидетелей той страшной войны все меньше и меньше. Пелагея Михайловна в 64-м переехала в Рязань вслед за мужем. Здесь и осталась. После войны я попала на Камчатку. 3,5 года прожила. Ну, с мужем служил. Муж служил, военный был. После Камчатки мы попали в Таллин. Тогда эти дивизии оформлялись вот в Прибалтике. Литва, Латвия, Эстония. Я все там объездила. Глава Гордумы передала Пелагее Михайловне подарки от Городской думы и от партии «Единая Россия». Но на этом поздравления не закончились. К Пелагее Михайловне пришли ученики 20-й школы, которые тоже подарили цветы и свой творческий подарок. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».